Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Я рад приветствовать и гостей на своем канале. И сегодня я хочу вас пригласить на прогулку по моему самому любимому месту. Это самое любимое место, которое у меня есть. То есть мне нравятся многие места, но здесь как-то по-особенному. Здесь есть реликтовые сосны, которые растут на мелу. Здесь разнотравье, здесь просто много трав. Буду сегодня по возможности, конечно, здесь собирать какие-то травы. У нас сегодня есть зверобой, душица. Еще разные лекарственные травы, которые будут мне попадаться, буду брать. Это место я посещаю с самого раннего детства. Здесь живут суслики, здесь живут олени и кабаны. Мел выходит местами на поверхность и создает такой какой-то космический пейзаж. Зелень и резко все белое. Это просто потрясающее место. И вот сейчас середина лета, и здесь самое все красиво. Поют птицы. Воздух наполнен невероятным ароматом этих потрясающих растений. Все цветет, все пахнет. Ну, это нельзя передать просто так на видео. И да, друзья, у кого из вас есть свои любимые места, снимайте тоже об этом ролики. Показывайте это всему миру. Я, например, ваше видео посмотрю с удовольствием, какие у вас любимые места. Ведь YouTube нас, так сказать, объединяет. Мы теперь можем делиться друг с другом всем и показать всю планету. Даже если ты не можешь куда-то поехать, ты можешь это посмотреть. Поэтому жду и ваших роликов про ваши любимые места на этой планете. А теперь начинаем гулять, начинаем наслаждаться этим превосходным местом. Погнали! Опа, здесь я нашел место, кто это занимался бушкрафтом. Смотрите, какие тут убежища. Такие они, конечно, достаточно опасные, пожароопасные. И вот как-то они стоят обугленные все. Либо заранее ставили ветки обугленные, либо здесь был пожар прямо с этими ветками. В камне кто-то бурил. Отверстия, видно, разжигали огонь. Места красивые, можно и отдохнуть здесь вот так вот. Главное, чтобы это все не привело к пожару. Thank you.
Thank you.
Ну вот, друзья, мы и погуляли по этому живописному месту. Я собрал целый мешочек зверобоя. Теперь зимой буду пить его, ну не только зимой, летом и весной, ну в основном как-то зимой, да, мы собираем травы, чтобы пить зимой. Ну, под зимой мы подразумеваем все то время, когда у нас нету лета. Ну, лично я так погулял по своему любимому месту, конечно, не все смог обойти, но достаточно большое. Просто невыносимая жара, и весь мокрый. Пес купался во всех возможных лужах, ручьях, здесь озера есть. Но все равно ей жарко, теперь лежит, остывает перед дорогой домой. Конечно, и тяжело в такой шубе. А я, конечно, с вами на этом, как говорится, не останавливаюсь на этом месте. Мы еще сюда придем. Уже будут какие-то бушкрафты, какие-то, может, готовки пищи, отдыхи там, в гамаках и тому подобное. Ну, теперь я жду от вас, так сказать, держите эстафету. Покажите свои любимые места. Те, которые вам нравятся больше всего. Это место, где я бывал с детства. На охоту ходил сюда с отцом. Потом на прогулки с собакой, в походы здесь. Ходили когда по молодости, ходили в походы сюда несколько раз. Так ходили отдыхать. То есть это, ну, это волшебное место здесь. Горы, сосны, акация, дубы, ольха, разнотравья просто неописуемо. Здесь очень много трав всяких. И полезных, и неполезных, ядовитых и тому подобное. Осенью здесь будут грибы, здесь живут суслики, олени, кабаны, косули, зайцы, лисы здесь. Вот когда-то ходила здесь, в леса ходила, выглядывала. Поэтому здесь просто уникальное место. Оно в таком месте находится, вроде кругом населенный пункт, но здесь как-то вот за эти гор, лесов, здесь тишина. Здесь не слышно трассы, не слышно поездов, машин, всего вот этого. И вот это место, может, поэтому мне нравится, потому что здесь вот оно недалеко от моего дома, 4 километра, но ты погружаешься в такую атмосферу действительно какого-то первозданного мира. Всем спасибо за просмотр, всем здоровья, удачи, до встречи на моем канале.